Сына спрашивают, ты в школу пойдешь? Он говорит, да, конечно, можно, но лучше с 1 октября. Проложено это все еще то затопление. Основная голова, которую в 90-м году проектировали, старый и старый. В 1961 году, наверное, вот так, в 1965 году начали подавать воду еще не очищенную. Это не работает совершенно. Работаем на нашем 1965 году и работаем. Будет использовать это. Если водозабор полностью висеть, но полностью не минимум. Осторожно, голову здесь все берегите. Эпидемия нормально? Спокойно? Нормально. Пол, все готово? В школе, в школе. Вы это в первую очередь должны готовить. Это первый губернатор, ребята, который приехал на них сооружение и увидел, в каком состоянии. Поддерживали его. Поддерживали. Игорь Иванович, мы здесь тоже позиция. Там вопрос по подземному забору. Есть цена вопроса. Там 200-300 миллионов будет не меньше. Ну ладно, что? Удачи вам, профессионально. Успехов. Наступающий. Я слышал, что...